Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне в гости на мой канал, и я рада приветствовать вас в новом осеннем видео. Поприветствовала вас такими красивыми кадрами, ставила осенний букет астр на журнальный столик. Захотелось мне этот момент запечатлеть и поделиться, и передать такую вот осеннюю атмосферу, потому что для меня почему-то ассоциация с этими цветами как ни на есть самая осенняя. И сейчас я уже посадила детей завтракать, у нас утро, они завтракают, а я пошла в душ, приняла и сейчас ухаживаю за собой. Сегодня решила сделать пилинг джем для лица. У меня корейский легкий пилинг с очень нежными частичками, и потом умываюсь, наношу масло для массажа и делаю еще массаж с помощью ролика из розового кварца. Затем умываюсь, у меня пенка с кислотами сейчас на осенне-зимний период, на холодное время года. Затем также протираю лицо тонером и буду наносить на лицо серум, крем дневной и также крем вокруг глаз. И остается мне только сейчас высушить волосы. И сейчас буду сушить волосы, не наношу никакие на них средства, просто промакиваю влажные волосы полотенцем и буду сейчас их сушить. Сушить буду с помощью нового фена от Lifon, он ко мне приезжал на тестирование примерно недели 3 назад, и вот это все время я его пробую, тестирую и сейчас поделюсь с вами своим отзывом. Этот фен идет очень мощный и супер легкий, вес его всего лишь 500 грамм, а еще он очень тихий, наверное, это самый тихий фен, который когда-либо у меня был. В этом фене установлен цифровой двигатель, и благодаря этому скорость достигает 110 тысяч оборотов в минуту. И главная особенность этого фена – это то, что у него есть умная система термоконтроля. В комплектации с феном идет магнитный концентратор, который надежно фиксируется, и его еще можно вращать во время сушки волос. Для переключения температуры достаточно нажать на кнопку, и в зависимости от выбранной температуры будет подсвечиваться кольцо на фене. Если температура горячая, то будет красный цвет, теплый воздух, значит оранжевый цвет, и соответственно синий цвет это выбран, когда у вас холодный режим. Это очень удобно, потому что во время сушки не нужно смотреть на переключатель, можно все видеть через зеркало, какой режим выбран. И на ручке также находится кнопка выключения и включения. А еще есть такая особенная фишка, это режим микс, то есть пару секунд работает горячий воздух, а потом автоматически переключается на холодный. Я в основном пользуюсь этим режимом, это очень удобно. А чтобы его включить, нужно зажать кнопку, которой мы выбираем температурный режим, примерно на 1-2 секунды, и такой выбор будет зафиксирован.
У фена на ручке расположен фильтр, его нужно периодически чистить, чтобы фен прослужил вам верой и правдой долгие годы. А еще такой фен отлично подойдет для путешествий или, допустим, взять можно такой фен в спортзал, так как он очень легкий и не занимает много места в сумке. И у меня после использования этого фена остались лишь только положительные эмоции. Мне он очень понравился, выполнен в красивом стильном дизайне, мне пришел в белом цвете. Также есть еще другие расцветки на сайте, можно посмотреть. И еще мне понравилось то, что после его сушки, благодаря этому фену, убирается пушистость и придается гладкость и блеск волосам за счет того, что фен нейтрализует положительные ионы. Ссылку на фен я оставлю внизу под видео в описании, переходите и смотрите. Пришла на кухню и сейчас буду с утра готовить сразу же суп на обед. У Евы вторая смена, и поэтому она еще успевает обедать дома. Потом у них после первого урока такой тоже завтрак-обед, но все равно от супчика она не откажется. Тем более сегодня буду готовить ее любимый суп. Это тыквенный пюре суп с гренками и со сливками. Она просто обожает этот суп и постоянно просит, чтобы я готовила. Особенно когда сейчас у нас такая сезонная пора, и тыкв у нас наросло много своих, и сейчас часто этот суп готовлю. Максим, кстати, тоже хорошо ест этот суп, но не до такого, то, что вот хочу, не могу приготовить. А вот Ева постоянно просит этот суп. Я уже приготовила все овощи, нам понадобится лук репчатый, я беру 2 штуки, морковка у меня такая достаточно была крупная, картофель 4 штуки, также буду использовать сельдерей свежий, сливки, различные специи, конечно же, главная королева этого супа – это тыква. Для начала я нарезаю все на средние кубики, картофель, морковь, тыкву саму, сельдерей. Не мельчу, потому что в конечном итоге, когда у нас все сварится, мы все равно с помощью погружного блендера будем все измельчать. И далее нарезаю тыкву. Показывала вам, что тыкву вот сейчас очищаю таким способом, это очень удобно. Просто ножичком убираю кожу, не чищу с помощью, как раньше чистила овощечистки, и очень удобно. И тогда кто-то делился в том году таким лайфхаком, то, что можно тыкву слегка запечь в микроволновке, и тогда корочка будет очень легко сниматься. Может быть, для этого нужен какой-то определенный сорт тыквы, потому что я делала таким образом и в том году пробовала, у меня не получилось. Если кто так делал, напишите в комментариях, думаю, что многим будет интересно почитать. И хочу также сказать всем огромное спасибо, кто поделился, стоит ли собирать семена с тыквы или нет, и навели на такую умную мысль, что если это гибридные сорта, конечно же, их не собирают. А у меня как раз этот сорт гибридный. Но у меня еще, кстати, семечки остались с этого года, и на следующий год тоже докуплю, я обязательно буду садить. И мало ли кто не видел, сорт называется «Красная малышка», обалденный сорт, обязательно буду выращивать на следующий год. Тыква получается маленькая, яркая, красивая, сладкая, ароматная и, самое главное, порционная, буквально на несколько раз приготовить. И сейчас беру кастрюльку вот с такими вот яркими сочными красками, с овощами порезанными, ставлю на плиту и наливаю воду. Воду наливаю ровно на половину того объема, сколько есть у меня овощей в кастрюле. Обычно использую бульон или готовый, или заморозки, но сейчас у меня ничего не оказалось. Можно этот суп готовить и постным, я его тоже так готовила, но вот увидела то, что у меня были в запасах в холодильнике вот такие вот кубики. Это кубики с iHerb, покупала я их, они очень с хорошим составом, и благодаря им суп получится более с таким насыщенным мясным бульоном. Я на такой объем положила 2 кубика. Как и сказала, можно поискать что-то в наших магазинах, есть то же самое, какие-то кубики. Главное смотреть состав, вот этот состав был хороший, именно вот в кубиках с iHerb. И все, у меня овощи приготовились, отваривались они буквально 30 минут на медленном огне под крышкой. Я ставила режим 3 из 14. И сначала немножко убрала бульона, начала
измельчать овощи в пюре и посмотрела, что суп получается у меня не жидким, и я добавила обратно оставшийся бульон. Затем ставлю кастрюльку на огонь, вливаю сливки, у меня здесь 200 мл, и добавляем специи. Самая фишка этого супа, конечно же, идет очень вкусный букет ароматных специй. Я добавляю букет перца, обязательно должен присутствовать молотый имбирь, кориандр. Кориандра я кладу достаточно много, так щедро. Чеснок сушеный, и можно положить еще немножко обычного перчика и, конечно, соль по вкусу. Затем у нас суп закипает, и мы начинаем его раскладывать по бульонницам, по тарелочкам. И этот суп нужно подавать с гренками. У меня гренки всегда есть в моих заготовках, потому что дети с ними очень любят есть суп. Сверху кладу различные семечки, у меня здесь набор семечек, можно использовать только тыквенные. Очень вкусно сочетается с тыквой и с различными приправами укроп, также добавляю его. И сверху еще для украшения поливаю немножко сливками. И вот такой вот очень вкусный, аппетитный, недорогой суп в сезон овощей получается. Обязательно готовьте. Мои говорят, что просто мама суп, как в ресторане получается. Готовь его как можно чаще. И рецепт оставлю внизу под видео в описании. Обязательно готовьте. И хочу поделиться с вами посылкой, которую я недавно получила. Заказывала парфюм с сайта PD Paris. Заказываю уже не первый раз с этого сайта. Все приходит надежно упаковано, и в коробочке лежит сертификат качества. Парфюмерия родом из французского города Грасс, и у нее натуральные компоненты, которые не вызывают аллергии. Размеры флаконов бывают разные, можно выбрать автопарфюм в стекле, он идет объемом 8 мл. Также есть объем 30 мл в пластиковом флаконе, и 50 и 100 мл можно выбрать, какой вам больше нравится флакон, пластиковый или стеклянный. Я выбрала ароматы для себя и на подарок, заказывала 4 аромата, один в стекле объемом 100 мл и 3 по 30 мл в пластиковых флаконах. Начну с аромата, который я уже заказывала на этом сайте, он очень мне понравился, и осталось у меня его совсем чуть-чуть, и поэтому решила его повторить. Это аромат Русарди Донна, он просто бесподобный, прекрасно раскрывается и подходит отлично на осенне-зимний период. Очень женственный, элегантный и изящный аромат. Следующий аромат для себя заказала — африканский бал от Байреда. Аромат просто волшебный. Мне кажется, что он будет очень хорош на холодную ветреную погоду, так как я познакомилась с ним совершенно недавно. Пока не знаю, как он будет себя вести в теплое время года, но на осенне-зимний период это просто идеальный вариант. И следующие два аромата я заказала в качестве подарка. Первый из них — это Black Opium от Yves Saint Laurent. Тип аромата восточные пряные. Очень насыщенная и притягательная композиция. Аромата раскрывается бодрящими аккордами кофейных зерен, жасмина, груши и горьковатого миндаля. И затем переходит в аромат свежего кедра, пачули и нежной ванили. И следующий аромат, который я заказала в подарок, это Lancôme La Vie Est Belle. Он очень женственный, насыщенный аромат парфюма, раскрывается сладостным сочетанием груши и черной смородины. И затем переходит в ароматное сплетение жасмина, ириса и апельсинового цвета. Духи хорошо держатся на теле, очень приятные ароматы, большой выбор их на сайте. И ссылку на него я оставлю внизу под видео, кого заинтересовало, переходите, смотрите и заказывайте. Сейчас пришла в туалет и буду заниматься большим встроенным шкафом, который у нас здесь находится. И у меня каким-то образом с камеры удалилось несколько файлов, и как раз я там показывала то, что нас затопили соседи. Доставали мы полностью все вещи, весь зал был завален, как раз на этих кадрах было все запечатлено. И вот нашла только вот такой вот кадр, показывала то, что здесь у нас стояли вот таким вот образом баночки. Периодически подходили, мы их меняли.
И пришлось полностью извлекать полки, снимать дверки. Дверки, конечно, снимать было трудно, потому что здесь дверки очень тяжелые, со зеркалами. И полностью извлекать все содержимое из этих шкафов. И когда у нас вечера начало подтекать, Ваня сходил наверх к соседям, спросил, у вас ничего не течет? Соседи сказали, нет, у нас все в порядке. Ваня утром вызвал сантехника, сантехники пришли, заглянули к нам вот сюда, вот в шкаф, и сказали, что это причина не вас, надо идти наверх. Сходили к соседям наверх, и, конечно, у них там потекла прокладка, потом они спустились к нам, спрашивали, будете ли писать претензию или нет. Мы сказали, нет, претензию писать не будем, ну, потому что у нас здесь никакого имущества не повредилось, в принципе, просто текло в шкафу. Единственное, что, конечно, неудобно, потратилось очень много времени. А это самое дорогое, то, что у нас есть, потому что времени катастрофически не хватает. Пришлось полностью доставать содержимое из этих шкафчиков, снимать вот дверки, убирать все полки, договариваться с сантехниками. Конечно, на это очень много времени все равно уходит, как ни крути. Но каких-то материальных претензий мы не стали к соседям писать, как бы разошлись так мирно. Вот. И сейчас начинаю загружать содержимое шкафа. Какой-то процесс вот решила запечатлить, может быть, тоже приберетесь и наведете порядок и чистоту в каком-нибудь уголочке вашего дома. И я сейчас переорганизовываю полностью здесь хранение, потом поделюсь более подробно, покажу, что у меня получилось. Ну, забегая вперед, наверное, это самое лучшее хранение, которое у меня было за все 6 лет, сколько мы живем в этой квартире. И смотрю то, что, конечно, мне не нравится, как шкаф выглядит внутри. Снаружи, в принципе, он смотрится симпатично, у него зеркальные двери, а вот внутри он выглядит, мягко сказать, не очень. Но сейчас вкладываться в это мы не хотим, скорее всего, новый шкаф сюда мы заказывать не будем, потому что есть сейчас другие цели, и не вижу особого смысла тратить деньги и покупать сюда этот шкаф. В принципе, свой функционал он несет. Очень удобно сюда можно что-то убрать, как такая мини-кладовочка здесь получается. Очень удобно здесь над машинкой стиральной располагается первая полочка, и как раз здесь все средства для стирки, бытовая химия, которая мне чаще всего необходима. И просили тогда в комментариях поделиться, показать, чем я пользуюсь, какой бытовой химией, какими чистящими, моющими. Сегодня обязательно с вами этим поделюсь. Разложила все, что у меня было, использовала различные контейнеры, подносы крутящиеся, также подвесную полочку, отдельно выделила контейнер побольше для комнатных растений, сложила все необходимые удобрения, какие-то средства. И сейчас показала вот такую вот корзинку, она у нас висела там и до того, как нас затопили, просто пришлось ее оттуда убирать, чтобы она не мешала сантехникам. И сейчас я взяла отвертку, обратно ее прикрепила. И в этой корзинке очень удобно хранить запасы туалетной бумаги. Берите на заметку, может быть, кому-то тоже пригодится. В принципе, все, с уборкой я закончила. Осталось мне только помыть полы. И сейчас покажу организацию хранения, которая у меня получилась. А также покажу средства, которые помогают поддерживать мне чистоту. Все, закончила я с уборкой в туалете. Повесили мы с Ваней зеркала на место, дверки зеркалами, и также прикрутил Ваня полки. И я занялась переорганизацией, думаю, зачем просто так обратно все закладывать в шкафы. Нужно все перебрать, пересмотреть, посмотреть, чем мы пользуемся, чем не пользуемся, отложить в сторону и пристроить те вещи или технику, допустим, что-то ввести на дачу можно и так далее. Вот, посмотрела там сроки годности, какая-то бытовая химия была даже просрочена, лежали много пустых коробочек тоже, все закончилось, и я не выкидывала эти упаковки, тоже все освободила шкафы, сейчас появилось очень много места свободного, пространства, воздуха, и мне очень понравилось, как сейчас смотрится все в шкафу. И давайте покажу, конечно, и так хотела делать буквально вот в начале сентября здесь переорганизацию и расхламление, потому что уборка требовалась.
Вообще уборка сейчас требуется во всех зонах в квартире, потому что лето подошло к концу, и лето было очень активное, и сейчас как-то хочу по максимуму уделить внимание уборке вот в таких вот местах, в которых в течение летнего периода не доходили у меня руки. И давайте покажу, как я сейчас здесь все переорганизовала. Открыла я шкаф. И, во-первых, поставила вот такую подвесную полку, корзину показывала вам тогда ее в покупках, заказывала ее для кухни, но на кухне она мне сейчас не нужна, потому что у меня и так сейчас там все хорошо организовано, места хватает. А вот сюда такие полочки очень актуальны, потому что расстояние высокое достаточно, дополнительные полки сюда вставлять не хочется, а вот такой вариант, на мой взгляд, это просто идеальное решение. И также потом еще захожу сюда полку, и в нее, скорее всего, буду складывать все для цветов. А так давайте пробежимся, что у меня получилось. Пришла мне вот такая гениальная мысль организовать все хранение бытовой химии. Не как у меня до этого было по группам в корзинках. Допустим, в одной корзинке у меня хранились все средства для стирки, в другой кондиционеры, в третьей универсальные средства, в другой для пола, в четвертой там для стекол, допустим, в следующей там порошки стиральные для особо каких-то тканей. И когда я сейчас занималась уборкой, нужно было куда-то пристроить мне вот таких два крутящихся подноса. Их покупала я, наверное, год назад, вот такой вот большой и маленький, для организации на кухне. Но как-то у меня с помощью их организации на кухне не прижилась. Как-то у меня хранились вот на таком большом крутящемся подносе все БАДы над микроволновкой в пенале. Но потом как-то эта система не очень нам понравилось, и вот эти два подноса у меня так и хранились, занимали место, я их постоянно перекладывала, и хранились они именно вот здесь вот в шкафу в туалете. И сейчас такая думаю, а почему бы мне не попробовать и не переорганизовать сюда хранение всех моющих, которые у меня все есть вот в этом шкафу. И посмотрите, насколько классно, компактно все получилось, все в доступе, просто поворачиваешь и выбираешь ту или иную баночку, которая тебе нужна. И давайте покажу, как я здесь организовала. Допустим, вот здесь у меня хранятся три средства, которые я использую для туалета. Это мистер Мейерс, заказывала давным-давно Сайхерб, надо его дорасходовать. Хорошее средство, жаль, что сейчас пока что нет возможности заказать. Затем вот у меня здесь Санокс также для туалета, и есть гель-белизна. То есть такая группа, все, что связано с уборкой в санузле. Белизну можно использовать как универсальное средство. Затем идет у меня три кондиционера. В данный момент это у меня LV кондиционер для детских тканей, и также два синергетика. Заказывала постоянно вот такой вот розовенький, и еще на пробу заказала сиреневый. Сиреневый понравился меньше, розовый нравится больше. Сиреневый больше заказывать не буду, но вот у розового не очень такой вот активный аромат. Я все равно люблю, когда вещи после кондиционера пахнут им. Может быть, вы что-то порекомендуете, посоветуете какие-то сейчас кондиционеры, которые у нас сейчас есть на рынке, которые не ушли. Потому что которыми пользовалась я раньше, их большинство сейчас нет. Затем какие-то средства для стирки. Это вот такой вот LV. Отличный гель для мембраны, курток, горнолыжек. Также стираю детские костюмы прорезиненные. Очень экономичный. Вот такой бутылки хватает, наверное, года на два, так точно. Затем вот такое средство есть у меня от Organic People. Это гель для стирки шерсти и шелка. И затем просто порошки для стирки. Из-под синергетика пересыпала сюда порошок, который покупала Fix Price. Это вроде бы был лоск. А нет, это было сорти. Затем пятновыводитель котика. И посередине средство для мытья пола. И вот такое универсальное средство тоже от Mrs. Meyers. Нравится оно мне. Сейчас буду им активно пользоваться, потому что остальные все мои средства практически позаканчивались. Можно и мыть как и стекла, стены, пол, потолок, все что угодно, фасады на кухне. Поэтому сейчас буду активно налегать на эту банку. И сейчас им не пользовалась, потому что здесь такой аромат идет оригинальный, с ароматом герани. Но герани такая, которая раньше росла, допустим, там в школах на подоконниках, да, стояла. А вот ну, такой вот интересный аромат герани. И мне кажется, такой аромат идеально подходит на осенние, такие зимние вечера. Он такой обволакивающий, укутывающий. Поэтому сейчас вот этим вот активным средством буду пользоваться в холодный период. А здесь у меня вот такие вот капсулы. Это тоже Сайхерб. Были в запасах. Вот осталась последняя упаковка. Сюда пересыпала порошок сорти.
из светофора. Кстати, спрашивали, как этот порошок. Мне понравился. Я им стираю какие-то вещи, которые требуют постоянной стирки со стройки каждый день. Что-то Ваня привозит стирать. Мы стираем, дети. Также с дачи какие-то вещи постирать. Бывает и постельное белье им стираю, в принципе. Собаку постоянно моем. А у нее шерсть такая густая. То есть постоянно нужно очень много там за раз. Там несколько полотенец, пеленок. Вот ее укутываем. То есть целая машинка набирается. Тоже стираю этим средством. И свою бывает. Одежду тоже стираю. Хороший порошок, ничего сказать плохого не могу. Так, здесь у меня вот такие вот саше, это средство для очистки машины Эона. Больше покупать не буду, мне эти средства не понравились. Вот добью эту упаковку и все. Мне не нравится, как она чистит стиральную машину. Проще использовать две таблетки от для посудомойки на стиралку, на самую длинную и горячую стирку ставим. И намного лучше отстирывать, чем вот это вот специализированное средство. Здесь перкарбонат, немножко у меня его осталось, нужно дозаказать. И вот в такой вот баночке у меня здесь хранится сода, добавляю вместо колгона. На подвесной полке салфетки, затем вот такой вот в карандаше пятновыводитель доктор Бекман. Котика мне нравится намного больше. Затем средство, точнее мыло антипетин и также пятновыводитель в запасах. Там мячики для стирки пуховиков, мешочек для стирки. И вот когда покупаю стикеры в туалет, вот так вот их убираю из упаковок и складываю, так намного компактней. И здесь листы, вот эти вот ловушки, очень удобно. Здесь различные запасники, так, масло для обработки дерева, потом там кремы для рук, для посудомойки средств, вот эти же листы, сода, мьюшки, пеленки. Это моя корзинка, с которой я делаю уборку, здесь все подготовлено. И наверху различные контейнеры, которые мне могут пригодиться в организации. Здесь мы с вами только что организовали все, что связано с цветами. Дальше там контейнер, расходники для робота-пылесоса и подарочные пакеты. И в этом отделении хранится у меня вот так в подвесной корзинке туалетная бумага запасная, тоже удобно в икеевском контейнере. Моющий пылесос Бисел, который не заряжается, швабра. Это Веледа Турбо, и вторую заказывала на Озон. Вот ее нужно будет мне увезти или в деревню, или на стройку, пока положила сюда. Также здесь заряжается вот такой вот пылесос для сухой уборки. И один моющий пылесос, который с зарядкой, я сейчас перенесла временно в ванну, поставила около стеллажа. Хочу посмотреть, как там будет мне удобно им пользоваться или нет, потому что я им очень активно пользуюсь практически каждый день, что-то где-то помыть. И чтобы из шкафа не доставать, решила пока поставить там. В принципе, смотрится он красиво, сливается со стеллажом, потому что он тоже белого цвета. Будет неудобно, верну обратно сюда, он прекрасно помещается. И также здесь можно его будет подключить, зарядить. Здесь полка пустая, сейчас сюда поставлю коробки с банками. Банки купили сегодня, заезжали в Магнит, в гипермаркет. И наверху у меня стоят такие запасники, это лампочки в двух коробках, наверху все, что мне нужно для рукоделия, допустим, сейчас будет у нас активный аппарат там, осенняя, новогодняя, клей-пистолет, запасные стержни, потом там шпаклевка, штукатурка какие-то, баллончики с красками и так далее, земля для рассады нужно, кстати, на участок увезти, так. Всех дальше у меня стоит парогенератор, давно им не пользовалась, надо бы достать, кое-что отмыть. И дальше робот-пылесос, ой, точнее робот-мойщик окон. Убрала тоже далеко, потому что понятно, что каждый день им не пользуюсь, а так иногда достать нет проблем никаких. Буду на осенней уборке мыть окна снаружи, достану, потом обратно уберу. И вот здесь стоит вот этот вот пылесос с УФ-лампой заряжается, тоже удобно, каждый день им не пользуюсь, в принципе, раз в неделю с верхней полки не заставляю труда достать. И очень мне сейчас нравится, как все получилось в шкафу. Шкаф, конечно, бы этот нам нужно бы заменить, но сейчас мы в это деньги вкладывать не будем. Максимум, что я, может быть, сделаю, это, скорее всего, может быть, куплю краску. В принципе, у нас на участке есть какая-то краска белая. Привезу, покрашу, и на этом все. Скорее всего, менять мы его не будем. Не вижу смысла сюда ставить новый шкаф. А так, по организации, то, что сейчас получилось, мне нравится очень. Очень все наглядно, не перегружено, все на своем месте. Главное складывать также все по своим местам, когда попользуемся. И вот здесь у нас такая полочка над инсталляцией. И по контейнерам у меня тоже вот по таким хранится все, что связано со стиркой. Покупала такие контейнеры на Ларидут и корзиночку также брала. Тоже нами нравится, как здесь смотрится и дополняет
интерьер в туалете. Здесь у меня порошок Persil, затем отбеливатель Boss и пятновыводитель Boss. Все удобно, доступно и очень мне понравилось, как сейчас все средства у меня компактно стоят на вот этом вот подносе. И тоже тут очень удобно получилось. Получила свои покупки сезон. Давайте покажу, что заказала. Во-первых, решила обновить тушь. Я сейчас перешла вот на такую тушь Cabaret Premier и фирма Vivienne Sabo. Очень нам не нравится, классная тушь, недорогая, ресницы прокрашивают просто замечательно, они становятся и длинными, и пушистыми, густыми. Обожаю эту тушь, пока что менять ни на чего не хочу. Беру всегда черную. Сейчас распечатаю и покажу, какая щеточка у нее. Щеточка вот такая вот, силиконовая, но она очень хорошо прокрашивает реснички и делает их объемными и пушистыми. Кто не пробовал, обязательно присмотритесь. Тушь очень достойная. Также заказала себе новый капучинатор, вспениватель молока. Сейчас у нас такая идет активная пора вкусных, теплых, уютных каких-то напитков. И у меня капучинатор сломался, поэтому заказала себе сейчас вот такой вот новенький. Были хорошие отзывы и взяла с нежно-розовой ручкой, потому что много у меня таких вот принадлежностей в таком цвете. И еще не так давно показывала вам, что покупала новый погружной блендер от Bosch. И также говорила, что еще хочу заменить и миксер. И заказала из этой же коллекции вот такой вот миксер. Сейчас тоже хочу распечатать и показать его вам. Все, я распечатала новый миксер. Как же я ему рада. Эмоции меня просто переполняют. Какой же он классный, красивый. И меня будет очень сильно радовать. И мне очень понравилась вот эта вот ручка. Удобно миксер держится в руке. И здесь покрытие очень интересно. Сверху soft touch. Такое как бы прорезиненное. И благодаря ему не будет миксер скользить в руке, а будет надежно зафиксирован. Так, скоростей здесь получается 5. И миксер этот вот от Bosch, он будет мощнее, у него мощность 500 ватт, а у меня сейчас от Polaris там немножко поменьше мощность. Тот миксер, скорее всего, я отвезу на дачу, к нам в деревню, а этот будет меня радовать, конечно же, дома, и буду с помощью него готовить различные вкусняшки. И в комплекте идут венчики вот такие для жидкого теста, и также есть вот, вот такие вот круги для более плотного теста. И давайте посмотрим, еще написано то, что на упаковке супер тихий. Проверим, пока что я не проверяла. И принесла еще показать вам вот такой вот погружной блендер. Это идет одна коллекция. Какая же красивая техника. Мне так нравится и очень радует мой глаз. И уже хочется все аккуратно разложить в кухонный ящик. И еще здесь на коробке нарисован планетарный миксер из этой же коллекции. И вот такой вот блендер со стеклянной чашей. Теперь тоже безумно их хочу. Очень я довольна своими обновками для кухни, такими классными приобретениями. И, может быть, кому-то пригодится. Давайте тоже ссылочки постараюсь оставить все внизу. И пришла я сейчас на кухню. У меня сегодня в списке дел было запланировано приготовить, испечь какую-то очень вкусную осеннюю выпечку. Поэтому буду готовить кекс с грушами. Сейчас, наверное, самая вкусная пора груш. Их просто изобилие. Они невероятно сладкие, спелые, сочные. Поэтому буду сегодня готовить с ними кекс. И еще, конечно, мне захотелось протестировать моего нового помощника, новый миксер. Из ингредиентов нам понадобится яйца, мука 240 грамм, разрыхлитель теста 1 чайная ложка, соль щепотка, масло сливочное 175 грамм, сахар 175-200 грамм. Здесь уже смотрите, какую выпечку вы любите и в зависимости от того, какие у вас будут груши. Если будут очень сладкие, то можно брать 175 грамм. Если не совсем сладкие, в районе 200 грамм. И также пакетик ванилина или ванильного сахара.
приступаем к приготовлению теста. Для начала взвешиваю на весах сахар и масло отправляю в микроволновку немножко растопиться. Оно не должно быть жидким, оно должно стать такой вот твердой консистенции, но мягким и податливым комнатной температуры. С помощью миксера все соединяю, затем добавляю куриные яйца. Яйца вводим по одной штуке, а не сразу же все. И затем в сухую смесь, это у нас мука, добавляем сахар ванильный, также соль, разрыхлитель теста, перемешиваю и буду сухую смесь вводить в жидкое тесто. Обязательно все просеиваем с помощью сита. Берем форму, у меня вот такая форма специальная для кекса, часто спрашиваете, какая фирма, если правильно я произношу, называется Le Creuset, очень она мне нравится, в ней всегда кексы получаются просто идеальными, вот как будто бы из какой-то кондитерской. Смазываю кусочком сливочного масла форму, немножко припыляю манкой и затем выкладываю тесто. Тесто получается такое достаточно густое, такое оно и должно быть. И благодаря ему тесто будет очень хорошо держать груши. Затем беру груши и разрезаю их вот на такие вот кусочки пополам и потом половинки еще на 4 части. Конечно, убираем семечки и вот этот вот сверху хвостик. И затем беру груши и вот таким вот способом утапливаю прямо до дна и делаю вот в таком вот шахматном порядке, чередую, если был сначала хвостик, потом переворачиваю наоборот, кладу груши, чтобы они получились более компактно расположены. И, конечно, перед тем, как готовить кекс, духовой шкаф я уже начала разогревать до температуры 175 градусов, включаем верхний и нижний нагрев, и кекс у меня готовился 45 минут. Ориентируйтесь по вашей технике, готовность всегда проверяем шпажкой. Через 45 минут достаю кекс с грушами из духового шкафа. Аромат стоит невероятный на всю квартиру. Готовность проверяю шпажкой. Особое внимание уделяю местам, где лежит груша, чтобы вокруг груши тоже тесто пропеклось. И затем вот таким вот способом извлекаю на блюдо для подачи. И можно еще сверху по желанию украсить сахарной пудрой. Я немножко сверху ей припылила. Оставляем кекс остыть и затем нарезаем на порционные кусочки, и практически в каждом кусочке есть груша. Как же это вкусно, сочетание груши такой вот карамелизированной в тесте. Это бесподобно. Обязательно готовьте, рецепт оставлю в инфобоксе. И сейчас покажу более подробном разрезе. А на этом я буду видео сегодняшнее заканчивать. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что провели это время со мной, что посмотрели это видео до конца. Хочу пожелать всем отличных выходных. И мы уже увидимся с вами совсем скоро, в понедельник. До новых встреч. Пока!